О, привет. Задумался. Я Джек, и сегодня мы рассмотрим от Мануала итальянское мороженое. Я очень ждал этого вкуса, потому что это десерт, и погнали. Джелато, итальянское, с лимоном. Он яркий, но не сильно. Прям вот отличное сочетание мороженого и цитрусов. И если хорошенечко, прям хорошенечко прогреть, еще будет чувствоваться почему-то вафельный стаканчик. Что у нас отводит нас, не знаю, к пломбиру, что ли, что-то типа такого. Короче, это максимально крутой вкус, необычный, здоровский, классный. Пробуйте, не пожалейте, если вы любите десерты, и мороженое сыт. Короче, берите, не пожалеете, очень вкусно. Ты был на канале «Выдыхай», помни, курение вредит твоему здоровью.